В рамках национального проекта «Культура» в Батыревском и Янтиковском районах проводится капитальный ремонт сельских клубов. Специальная комиссия во главе с министром культуры Светланой Каликовой проверила ход выполнения работ. Участие Чувашии в национальном проекте культуры является, конечно, такой существенной поддержкой для развития нашей отрасли. В этом году в рамках проекта культуры в Чувашии строится один клуб в этом Аргаурском районе. И происходит такой капитальный ремонт двух клубов, которые являются опорными точками в районах. Один из таких клубов – это клуб в Батыревском районе, где мы сейчас находимся. Ремонтные работы в сельских клубах Батыревского района идут в срок. Стадия готовности 80%. В порядок привели крышу и фасад здания. Не отстают и в Янтиковском доме культуры. Здесь полностью заменили электропроводку, отопление и системы водоснабжения, канализации и вентиляции. Осталась внутренняя отделка здания, установка межкомнатных дверей и сигнализации.